В Саратовской области продолжается конкурс «Лучший сельский учитель физкультуры». Напомню, его инициатором стал депутат Госдумы Николай Панков. Ряды участников пополнил новый педагог, учитель физкультуры из поселка Горный Краснопартизанского района Александра Стеченко. Подробности в нашем следующем материале. Раз, два, три. Никаких поблажек, даже директор выполняет каждое упражнение. В школе поселка Горный утро начинается с зарядки для педагогического состава. Руководит Александра Стеченко, местный учитель физкультуры. Я начинала работать в маленькой школе. А в маленькой школе, знаете, больше опыта получаешь, потому что классы маленькие, на них можно экспериментировать, ошибки сразу же видеть и из этих ошибок делать выводы. И поэтому отсюда я уже, когда пришла в большую школу, я уже таких ошибок, которые можно было совершить, не делала. Я уже была, знаете, целенаправленно. Я знала, что мне нужно. Александра одна из тех, кто претендует на победу в конкурсе «Лучший сельский учитель физкультуры». Стать педагогом решила сразу после школы. Сегодня стаж почти 25 лет. Каждый ученик знает, что за помощью смело можно идти к учителю физкультуры. Наш тренер Стенко Александра Анатольевна. Она преподает физру. Она добрая. Когда нужно помочь, она всегда поможет. Приходит. С инициативой проведения конкурса выступил депутат Госдумы Николай Панков. Эти конкурсы, они направлены на патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения, на закалку и подготовку к сдаче норм МГТО, что сегодня актуально. Претендентов на звание лучшего сельского учителя в регионе много. Самых талантливых определят после работы с каждым кандидатом. Победителям приготовили подарки. Они отправятся на экскурсию по спортивным объектам в Сочи. Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.